Жители муниципального образования город Березники могут сообщить об опасных для детей объектах в общественных местах, например, о сломанных элементах на детских площадках, открытых люках, заброшенных постройках, несанкционированных горках и другое. Сделать это можно, позвонив по телефону горячей линии или отправив информацию на электронную почту. Усольские палаты Строгановых совместно с агентством театральных дел и порталом «Культура» Екатеринбурга летом и осенью реализуют грант от президентского фонда культурных инициатив «Голоса уральских деревень». Уникальный документальный исторический спектакль будет поставлен на основе материалов, собранных в фольклорно-этнографических экспедициях. Разговорный песенный материал, в том числе «Усольской свадьбы», станет основой спектакля. Его покажут в музеях Екатеринбурга и в Пыскаре. Пермский ученый Леонид Клейнер отметил свое 90-летие на горных лыжах. Застегнуть крепление ему помогла внучатая племянница. Зато на лыжах Леонид Михайлович в своей стихии. Он улыбается и летит вниз по склону, профессионально закладывая виражи. Юбиляр встал на лыжи еще в 80-е годы. Кататься в 90 лет достойно уважения. Добавлю, что Леонид Клейнер – ученый, металловед, доктор наук. За свою жизнь получил много патентов на изобретения.